Нет, не могу больше. В смысле? Мой испанский далек от совершенства, но я так понимаю, что ты померла? Ага, ну ладно, нельзя же все время выигрывать. В смысле? Какого хрена, Я ж тебя привез, какого хрена ты умерла? Стой, женщина. Ну-ка. Да ладно. Ни хрена себе. Еще и такое может быть. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить GTA 5. Итак, у нас с вами задание. Так, задание. Нам нужно отправиться в трейлер, короче, Тревора. Там, я смотрю, появилась у нас машина наша. И, ну, собственно, задание. Вот. В прошлой серии я не стал туда гнать, сохранился здесь после взрыва химической лаборатории братьев О'Нила. Вот. И не стал, короче, ехать, потому что начался бы квест, и фиг его знает, насколько он затянется. Так что давайте мы сейчас взглянем и посмотрим. Мне, кстати, пришло сообщение: «Привет, Тревор, приезжай в охотничий домик, погоняем серьезную дичь». Так, а если я позвоню? Погоди. Нет. А, вот. Это Клетус, сейчас у меня руки пушкой заняты, так что оставьте сообщение. Понятно. Понятно. Приезжай, говорит, в домик. А, вот он. Нифига так далеко. Очень-очень далеко. Так, ну что, может, давайте отправимся к нему на охоту. Все-таки, я так понимаю, Т, вот это, где Тревор, да, где фургон Тревора, это сюжетное задание. Блин. А вот это с Клетусом. С Клетусом, блин, я не туда повернул. Я на встречку, короче, выехал. Ладно, сейчас там где-нибудь вывернем. Вот. Да задрали вы, чего вы на меня-то все поворачиваете? Мне что, в сторону, да, куда-то? А не в мою, блин. Вот так вот случаются аварии. Вот. Я так полагаю, что Клетус — это как дополнительное задание, так что выполним его для начала. А потом уже к Тревору, к вагончику Тревора поедем. Далековато, конечно, запрятался этот Клетус. Но все-таки охота. Я так понимаю, мы сейчас будем охотиться на какую-то дичь. Вот. И дичь нужно выслеживать где-то в каком-то лесу, наверное. Я поэтому... Посмотри на меня, мне нужна помощь. В смысле? Стой. Да стой ты. Там девушке нужна помощь, погоди. Я хочу помочь. Ты где? Вот она. Ну же, мужик, просто подвези меня. Ну давай. Ой, у меня пушка-то. А чё у меня пушка-то выбрана? Ну пошли тогда. Хорошую переделку ты попала, да, девочка? Сделаем доброе дело. Значит, тебе нужно в больницу? Нет, никаких больниц. Отвезешь меня в Сэнди Шорс. Там мои друзья, они мне помогут. Чула Спрингс, верно? Сэнди Шорс, тебе везет, мы же практически соседи. Полагаю, ты слышала про Тревор Филлипс Энтерпрайз? Что? Нет, вряд ли. Да давай прыгай ты, чё? Да ладно, не может быть, что у тебя не было другого транспорта. В смысле? Чё тебе не нравится этот квадроцикл? Ладно, сейчас тогда мы выберем что-нибудь другое. Стой!
Вот, хорошо. Они состоят с старейшей организацией, им отчаянно нужна свежая кровь. Все, поехали. Спасибо, что-то там... Что там вообще случилось? Этим лучше не грузись, ладно? Ничего не случилось. Я помогаю истекающей крови девушке, которая убегает с места аварии, где остался труп. И при этом она не хочет что ехать в больницу или в полицию. Так что давай, подружка, колись. Одно дело пошло не так, как предполагалось. Поверь, тебе не стоит об этом знать. Ой, да ладно. Я обожаю слушать про неудавшееся преступление. У меня от этого здорово повышается самооценка. Значит, ты тоже в игре? Знаешь, мне очень больно, когда люди называют мой стиль жизни игрой. Это реально обесценивает мой тяжелый труд. Ну, взяли мы ломбард, понятно? Но это была подстава. Там нас ждали копы. Мы думали, что это дело легкое, никакого риска. По 20 кусков на каждого. Я вела машину. И не очень хорошо. Эй, я пробилась через 3 баррикады, а за ними гнали с половины полиции Сан-Андреаса. И мы бы ушли, если бы этот мудак не стал угрожать мне ножом на скорости 160 км в час. Я перевернула машину. Если ты мне угрожаешь, я тебя убиваю. Никаких вторых шансов. Похоже, тебе нужна банда получше. Так, я так полагаю, мы еще спасем. Если учесть, что двое моих пацанов за решеткой, один мертвый лежит у обочины на шоссе Сенора, то мне нужно хотя бы какая-нибудь работа или что там. Так, я так полагаю, сейчас мы ее спасем. Да блин. Возможно, тебе стоит сначала разобраться с кровищей и вываливающейся кишками, а уже потом обновлять свое резюме. Копы на меня не выйдут, у них нет реальных имен, ни адресов. Все деньги я бросила. Подлечусь, залягу в тихое место на пару дней, а потом посмотрю, что можно сделать. Только не отрубайся, все путем. Да, умирающей девушке ты весьма разговорчива. Вот, мы ее спасем, короче, и... Ее можно будет в банду, наверное, взять потом. Как и с предыдущими чуваками, короче, которыми мы знакомились. Нет, не могу больше. В смысле? Мой испанский далеко от совершенства, но я так понимаю, что ты померла? Ага, ну ладно, нельзя же все время выигрывать. В смысле? Какого хрена, Я ж тебя привез, какого хрена ты умерла? Стой, женщина. Ну-ка. Да ладно. Ни хрена себе. Еще и такое может быть. Нормуль. А че она сдохла? Я только зря ехал. Вот этот поворот. Ну ладно. Поехали, короче, в этот... в охотничий домик или куда-то. Жесть, конечно. А чё она сдохла? Я не думал, что она так сдохнет быстро. Ехали-то всего ничего. Ладно. Так, едем на охоту. Но, блин, для охоты было бы прикольно на своем джипаре, на своем пикапе погнать. Ну ладно, поедем на минивенчике. Это же минивен, да? Больше дичи влезет. Так, чувак, извини. А, он не упал. Хорошо, удержался, молодец. Стойкий малый. Это что там за животное было на дороге такое? Окей. Окейушки. Так, ладно. Конечно, далекий путь, далекий выбрал Клетус. Ну что делать? Вы говорили, можно, короче, на такси, типа, вызвать такси, и там можно пропустить, короче, типа, чтобы переместиться. Но, в принципе, я не знаю, я не хочу этого делать. Просто
если на такси ехать, то мы, знаешь, можем не встретить там вот таких вот внезапных типа заданий, как вот сейчас, допустим, да? Лучше уж прокатиться, да, подождать. Кому, если не интересно, ну, как вот эта вот езда вот эта вот на машинах, то... Ой, блин. То... Можете перемотать. Через какой-то городок. А мы в этом городке были? Опа. Были или нет? Там кому-то опять помощь, смотри, нужна или что это? А, появился чувачок. Ну ладно, пока... Пока не буду останавливаться. У нас, ну, не близкий путь. Еще по лесной какой-то дороге, смотри. Ну, здесь точно не для такой машины дороги. О, приехали. Приехали. Так, куда, где здесь припарковаться-то можно? А, вот и Клетус. Ну, Клетус, зацени мою точил. Новый мини-венчик. Окей, ладно. Ну а ты где, Тревер? А, это же мой любимый стрелок. Как дела, Клетус? Хорошо, сэр. Готов поохотиться на оленей? Это круче, чем спутниковые тарелки. Веди. Вот. А, засунь это в рот. Плохой день на охоте лучше хорошего дня на работе. Как говорил мой папаша. Следуй за Клетусом. Мы еще, смотри, охота ночью. Это еще вдвойне усложняет. Что это за штука у меня во рту? И почему мне кажется, что я не первый, кто ее пользуется? Скоро все объясню. Пока начнем с основ. У оленей невероятно острый слух и зрение. Если они тебя увидят или услышат, то испугаются, дадут стрекача. Нужно двигаться медленно и тихо, на глаза им не показываться. Но главная система защиты оленя – это его нос. Когда выслеживаешь оленей, всегда нужно следить за направлением ветра. Если не зайти с подветренной стороны, они тебя почуют и умчатся. Особенно если учесть твой специфический аромат. Чья бы корова мычала, друг мой? Так, мы пришли. Готов, Тревор? Да, я всегда готов. Только в путь. Ладно, попробуем завалить оленя. Минут 10 назад я видел молодого самца, который чесал рога о поваленное дерево. Давай за мной. Я зайду с подветренной стороны, чтобы его не спугнуть. Так, я смотрю, он... Оп. А, да ладно, это... Вот этот скрип дерева, это крик оленя. Так, ладно, где там? Олень. В темноте вообще ни хрена не видно. О, вижу. Давай, вали его. Ну-ка, подними голову. Дружище, ты поднимешь голову или нет? Я тебя не вижу. О. Бах. В голову, Тревер. Да ты холоден, словно поцелуй тещи. Ладно, иди за мной. Я поведу тебя дальше. Не шуми и не отставай. Тут что-то ничего не видно. Попробуем выманить оленя на открытое место. Вот для этого и нужна штука, которую ты жуешь. Ах, да, пожалуйста, просвети меня насчет ее. У нее отчетливо стариковский вкус. Это диафрагма. А для нас с тобой манок для оленя. Так, дунь как следует, посмотрим, не отзовется ли какой-нибудь олень. Так, Г для зова. А, да ладно. Звучит так, словно кто-то душит кларнетиста. Я-то знаю, о чем говорю. Слушай. Слышал? Вон там. Ты с подветренной стороны, так что все в твоих руках, Тревор. Так, я вижу. Окей. Есть. Жми на крючок. Хорошо. Бах. Вау, острелил ему башку. Так, давай за мной. Идем дальше. Не шуми, кажется, впереди парочка. Давай проверим. Запомни, если это пара, нам нужен только самец, а оленей не убиваем. Такое у меня правило. Так что если видишь оленя без рогов, не трогай его. Снова подумай, подуй в манок, попробуй выяснить, где они. Так.
О, появилось. Отлично. Так, хорошо, делай то же, что и раньше, спокойно, аккуратно. Убейте оленя. Я надеюсь, тут олени не спариваются. А то, блин, мы уже насмотрелись, как Чоп вставлял свой чопик. Так, окей, ну-ка. О, вижу. Погоди, вижу. Так, погоди, это олениха, не стреляй в безрогих. Понятно, это олениха. А где олень? Где самец-то? Он где-то рядом должен быть. Главное не спугнуть. Тихо. Не шурши. Вот он. Блин, свалил, да ладно. Ё-моё. Шум кустов, короче, его отвлёк. Ну, испугнул. А, так, давай за мной. Окей. Да слыши, дуй в этот, в манок. Я понимаю. Ну, в принципе, они в том же месте. Можно, кстати, и не дуть. Да почему? Я нажимаю на манок. Возвращайтесь к Клитусу. В смысле? Ты не охренел, Клитус? Я иду, значит, там, блин. За оленями. Он мне тут. Так, ладно. О, рогастый. Переложи его, окей. Так. Я только что видел рогастого. Блин, он там в кустах. Он в этих кустах? О, вижу. Кустов бы не было. Надо как-то, короче, обойти, я не знаю, стороной. Погоди, если я вот здесь сейчас... Да блин, спугнул, да ладно! Слишком близко подошел, что ли? Какого хрена? Да, из меня охотник. Блин, сейчас опять болтать будет. Так, надо, короче, как-то... Надо обойти. Да ты заманал, Клитус. Все, идем. Надо, короче, вот как-то вот с этой стороны. О, вижу. О, хорошо. О. Да блин, опять убежал куда-то. О, вижу. Стреляйте только в оленя с рогами. О, хорошо. Вот хорошо. Вот теперь я тебя вижу. Теперь я тебя вижу, дружище. Да ё-моё! Я не думал, что застряну, короче, прямо в этом, на охоте. Так, там хорошее, короче, место, да? Хорошее место здесь на дороге, но надо, короче, не спеша. Там, блин, жесть, короче. Вон, бегут. Бегут. Было бы, блин, лучше, если бы мы были, ну, охотились днем. За ночи-то хреново видно. Так, окей. Окей, я вижу этого говнюка. Я не стреляю в самок, погоди. Тревор, у тебя все получается. Следующего возьмешь в одиночку. Я тебе вот что скажу, я придумал, как нам работать. Пришли мне фотку своего следующего трофея, тогда поговорим по делу. Мне пора, удачи, скоро тебе звякну. Так, ладно.
Опа, хорошо. Я тебя слышу. Оп, я тебя вижу. Теперь я тебя вижу. Шлепс. Подойдите к туше оленя. Подойти к туше оленя, окей. Сфотографируйте тушу, окей, сейчас мы сфоткаем. Погоди, где там у меня фотик? Оп. Хорошечно, отправить фото. Клетус, да? Все, отправил. А что не убрал-то оружие? О. Хорошо. Красота, GPS-тег и все дела. Думаю, все получится. Сейчас позвоню. Угу. Блин, ну это Клетус звонит. Я получил фото хорошей добычи. И вот что я скажу. У городских сейчас бешеный спрос на дичь. И если мы будем разделять и властвовать, то сможем неплохо заработать. Пришли мне фото своей новой добычи, и я сообщу тебе, сколько она стоит. И постараюсь ее как можно быстрее забрать. Все равно я люблю мясо, которое уж чуть-чуть полежало. Ну что, скажешь? Скажу, что посмотрим. У меня сейчас другие дела. Ладно, предложение остается в силе, а манок можешь оставить себе. Он достался мне от покойной бабули. Ну ладно, звони. От покойной бабули, говорит. Типа, бабуля тоже его жевала. Окей. Выполнено. Хорошечно. Теперь трейлер может охотиться. Теперь мы можем охотиться. Ну, как-нибудь займемся когда-нибудь этим. Вот. А теперь отправляемся, короче, к трейлеру на Volkswagen какой-то похож, да? Ну, ладно, поехали. Ну, слушай, в принципе, прикольно. Охотиться прикольная такая вот штука. Вы, я помню, говорили, да, мне то, что здесь много всяких развлечений, действий, то, что можно поделать, короче, типа вот, типа как вот у Тревора охота, да? Так, погоди, здесь что-то... Моя сумочка, стой, вор! Ладно, стой, сейчас догоню. Он бежит, бежит. Стой, падла! Ах ты, падла. Сейчас я тебе загашу. Ух ты, ублюдок. Сюда иди. Все, нахрен. Живой. Встал и побежал такой. Стой, падла. Сейчас догоню. Вон он бежит. Держи. Сумочку, падла, верни. О, ко мне бежит. Все, гражданский арест, типа. Гражданский арест, окей. Вы нашли украденную вещь, то можете оставить ее себе, либо вернуть. Вернем, конечно. Давай вернем. Все, пушку можно убрать. Пушку можно и убрать. Так, ладно. Тачка не исчезла, хорошо. Сейчас мы девушке поможем. Отдадим ей сумочку. Кто из них? Ты в зеленых шортах? Да? Он осознал свои ошибки. Кто сказал, что рыцарство в прошлом? Ах, если бы в мире было больше таких, как ты. Не нужно благодарности, хотя бы не знаю, там, блин.
поцеловала бы в щечку. Ну, окей. Блин, поехали. Давай, бывай. Я тебе потом позвоню. Я тебя потом найду. Ну, теперь отправляемся к трейлеру. Так. Текстура все равно вот подгружается, видно. Немножко не успевает иногда подгрузиться, но... Я не знаю. Это проблема с GTA уже какая-то. Я это уже говорил. Вот. Так что все равно играбельно и, в принципе, нормально. Не обращайте, если на это внимание. Ну, если кому-то не нравится, то не нравится. Ставьте дизлайк и все. В смысле? Погоди, кто? Это что сейчас? Это, блин, что сейчас было? Ты видел, да? Кто-то на меня, короче, типа, заагрился там. Что это сейчас было, твою мать? Такие красные круги, не один, их там много, короче, появилось. Ты видел, да? Что это за бред? Эхо такое в туннеле. Не, вот так, смотри, нехило, да, так, в принципе, разгоняется вот эта вот машинка. Тоже же минивэн, да? Для минивэна, в принципе, вообще нормально, да, скорость такая? Вообще. Спидометра жалко не... А, или есть... А, нет. Спидометра жалко нету. Показывал бы скорость. Опа, ты что сделал-то? Ты что меня подрезал-то, а? Я хотел... нос зачесался. Я хотел... повернуть, он такой меня подрезал. Нормально вообще? Это по GTA... По GTA-товски. Поступили, конечно. Все, почти приехали. Почти приехали. Ну, в принципе, серия такая получилась у нас. Чисто такая. Поохотиться, да? Вот. Чисто, знаешь. Давай, я, короче, сейчас вот здесь припаркуюсь. Вот здесь припаркуюсь, короче, и... Погоди. А где мой телефон? Стой. Во. Короче, припаркуюсь и сохранюсь. Сохранюсь. И на этом, наверное, закончу, дорогие друзья. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем, мы набираем 1000 подписчиков, и я устраиваю конкурс. В комментах не забываем писать. Я постоянный зритель. Хочу в беседу, я вас добавляю в беседу. Вот. И плейлист будет в описании с игрой. С вами был Валерий. Всем пока.